Вчера вечером приехали на озеро, поставили палатку, погода была ужасная вчера, снег с дождем, сегодня вроде бы немножко погодка более-менее стала. Вот такое озеро. Сейчас позавтракаем и пойдем на охоту. Пойдем на охоту. В лесу тишина. Слышу шум прибоя от озера. Озеро большое, волна набегает. И очень далеко слышно шум прибоя. Ходим минут 40. Пока никого нет. А вот и лисички. Вполне съедобные, замороженные. Ах, пахнут грибом, пускай остаются в лесу. Сейчас болотце пройдем. Там где-то озеро впереди. Такая вот охота по первому снегу. Уехал далеко. Думал, чем дальше в лес, тем больше дров. Но нет. Пока лес не дает мне ничего, только одно удовольствие – ходить, бродить, слушать. Вон дятел летит. Такой вот бугор хороший. Пока птицы я не нашел. Ни я, ни собака. Сейчас это болото. Справа обогнем по этим буграм. Собака тут бегает. Запах есть. Видимо, птица когда-то тут была. Собака ушла в бугры. Сейчас подожду немножко. Может, поднимет кого-нибудь. Место-то неплохое. С одной стороны болото. За болотом ельник. А тут бор беломошник идет.
Но пока безрезультатно. Под ногами все трещит. Немножко чуть-чуть приморозило. Каждый сучок стал хрупкий. Вон там ползает собачонка у меня. Такие хорошие места. И пока без результата. Сучки трещат. Сучки трещат. Так, где-то должно быть озеро. Где-то должно быть озеро. Уже недалеко. Уже недалеко. Вот сколько лисичек. Все лисички, лисички. Замороженные стоят. Замороженные стоят. Их даже, наверное, взять можно. Вот такие вот. Стоят лисички. Вот тут тоже все лисички. И дятел, мой спутник постоянный. Тук-тук-тук-тук. Вот и озеро. Хожу на озеро. Посмотрим, что на озере есть. Что это за озеро? Вот такое озеро. Небольшое лесное озеро. Наверняка тут и окунь есть, и щучка. Это озеро далеко от дорог, от людей, от сеточников, так я скажу. Отличное озеро. Дятлы, только дятлы летают, цвикают. Погода, конечно, снег идет. Такой полусырой. Да, собачка? Да, собачка? А так озеро неплохое. Сейчас пойду в ту оконечность озера. Влево. Там выруба будут. Вырубами выйду на дорогу, наверное. И пойду обратно. Время. Близится к обеду. Но мне еще до палатки идти. Часа два. Палатка поставлена на берегу большого озера. Продолжаем идти. Снова перехожу болото. От озера иду.
Впереди бор, беломошник. Должен был глухарь-то где-то здесь быть. Но пока его присутствие не обозначено. Не обозначено его присутствие. Вот так, ребята. Такая она есть охота. Проходишь целый день, можно никого не увидеть. Особенно в такую погоду. Но мы все равно идем в лес в надежде на удачу. Тянет нас сюда. Не можем мы дома сидеть. В любую погоду идем в лес и наслаждаемся. Красотами севера в любую погоду. Вот такие леса у нас на севере. Тропа. Звери, видимо, когда-то проложили, люди по ней стали ходить. Вот муравьи проложили тропку. Протоптали такую тропу. И вон там муравейник. Гуси. Гуси идут, ребята. Еще идут гуси у нас. Слышал только что сейчас их. Вот муравейник. Прошли гуси. Собака, которая смотрит на гусей. Прошли гуси. И дятел. Такое ощущение, что он за мной летает. Целый день. Он не он. Вот сейчас эта тропка как раз ведет меня в сторону палатки. По ней пойду. Пришел с охоты. Готовлю обед. Тушеночка своеделанная. Борщ. Так походил по лесу. Вот слышите, наверное, как дождь бьет по палатке. Снег сырой шел, дождь. Дичь вся попряталась.